Деревья пилят, ветки летят. В сквере металлургов проводятся плановые работы по омолаживающей обрезке вязов и кленов. Эту общественную территорию в 2024 году ожидает масштабное преображение в рамках программы «Комфортная городская среда». Коснется оно и зеленых насаждений. Подробнее в нашем материале. В малой верхней части сквера металлургов в общей сложности произрастает 90 деревьев, в большой – нижней – в два раза больше. В основном это клены и вязы астролистные, и почти все они солидного возраста. Их дальнейшую судьбу решала специальная комиссия. Как итог, деревья, которые имеют качественные характеристики, было решено подвергнуть глубокой обрезке, чтобы стимулировать в дальнейшем образование новой кроны. Аварийные насаждения будут ликвидированы и впоследствии заменены новыми саженцами. В настоящий момент у нас как раз-таки идет голосование по выбору концепции озеленения данного сквера. Предлагается жителям города выбрать, какой породный состав здесь будет представлен. Будут ли это лиственные деревья, либо хвойные, либо это будут смешанные деревья. Омолаживающая обрезка по стандарту проводится раз в десятилетие. При этом полностью убирается крона дерева, остаются лишь основные ветки, на которых потом вырастут молодые побеги. Крона обновляется, а дерево не несет больших повреждений. Вот, то есть, и это такой вид обрезки способствует сохранению дерева, способствует обновлению его кроны. Последняя омолаживающая обрезка проводилась в сквере металлургов в 2006 году. Практика показывает, в первый же теплый сезон деревья обрастают новой кроной до 2 метров. На них появляются очень быстро побеги. То есть, причем появляются побеги сразу по всей высоте ствола, начиная от основания. На следующий сезон начинают формировать штамп дерева, то есть убирают нижнюю часть побегов, чтобы развивалась дальше крона. Омолаживающие и санитарные обрезки – это помощь не только зеленым насаждениям, но и горожанам. Мы поддерживаем обрезку, потому что когда бывают сильные ветра, и в май, июнь очень много веток и больших веток ломаются и падают на тротуар. Это опасно, конечно, поэтому мы поддерживаем. И обращаемся ко всем жителям проявить максимум терпения, пока будут выполняться работы. Ветки деревьев после обрезки отправляются на переработку в щепу, которую потом будут использовать как мульчирующий материал. Кстати, в сквере металлургов планируют высадить еще минимум 300 новых деревьев. Дина Наумова, Виктор Исаев, телекомпания ТВИН.